Ты где, внизу? Я внизу. Ну, в смысле, ну, возле базы же, да? Я не возле базы, я возле баз охотников. А, мне прям повезло. Кстати, я нашел еще и этот самый, как его, закрытый сундук. А ты прям рядом возле базы? Да я прям на крышу приземлился. Слушай, ну возьми ключ. Да. Знаешь, куда надо бежать? Вот это вот озеро, после базы, после третьей базы, вот это озеро. После самой большой, которая, да? После самой большой, вот это озеро. Да-да-да. Вот прям по краешку его беги. Угу. Ну, где-то на середине, между третьей базой и там, где мы жили. Вот помнишь, там на той стороне? Да-да-да, сейчас. То есть вот в этом месте лежит сундучок. А, ручеек там вытекает. Угу. Вот этот ручей, который идет от всех баз. Это ерунды всякой. Два водопада тут. Да я понял, понял. А вот другой ящик, прямо возле нас, вот здесь вот лежит, возле этой базы, ну, в смысле, там, где мы раньше начинали. А я пока эти тут соберу. Может, сохранился бы? Тихо. Так. Сохранится что, перед скрытием? Ну да, ключик. Да, смысл. Нет? Да, у нас уже этого ключей. У нас этого гуталина, да? Да, ну я от волка спасаюсь. А, ну давай. Блин, скотина, меня отогнал от ящика. Так, а у меня сколько стрел? Ну ладно, открывает тогда. Открывает, господи. Ну плохой будет плохой, перезайдем, если уж совсем плохой. Три катона, как он может быть плохим? Дальше можно не перечислять. Там и патроны на винтовку были, и доски, и... Ну три патрона, в смысле три катона, все, дальше три можно... Три катона дальше можно не перечислять. Это, как говорится, самое... Самое основное. Самое основное, что нам нужно в этих сундуках, рундуках. Да, ты смотри, патроны на винтовку начали накидывать. Я в сундук, в сумке одну за одной нахожу. Ну вот я тоже две сумки нашел, от третьей меня отогнали. Так, волчик. Ну что будем делать? Давай-ка мы вот так вот побежим. Вот так вот ровненько. Ой! Слушай, а тут у нас осталась эта ловушка для рыбы? Да я ж не знаю. Что-то я забыл, где она. Ёлка, а, да, есть. И там, кажется, рыбка даже есть. Два волка. Есть, да иди ты в жопу. О. Блин, вот скотина. А тут прямо у охотников костер аж затух. Давай-ка вторым сходим, посмотрим. Тач! Волчик, иди сюда. Ня-ня-ня-ня-ня. Да ё-моё. Красавчик, иди сюда. Окружили меня. Окружили? Демоны. Куда мы? На, или... Вот так-то лучше, а то, видишь, огрызаться стал, зараза. Так, тут медведь. Блин, Макс, та же самая фигня, что это. Волк, невидимка, исчез вообще. Ну, мне немножко надо времени. Ну, понятно. Я уже до первой-первой базы добежал. До самой-самой? До первой-первой. Охотники там ходят, вон, возле них скотина. Ну, я вон у них сейчас собрал пепел. Не, вот эти бомжи, то, что возле нашей базы поселились. Ну, ты ж на ловушке, да, сейчас находишься? Да. Волчара, он жопу свою показывает, сейчас уже в стенку полез. Ты... О! Это не ты там случайно прошел только что? Ну я бегу. Да нет, это был не ты. Фу, блин, ты. Я уже испугался, думаю, ни хрена, он охотник уже чешет прямо в мою сторону. Так ну, уверенно. Ну я никого не вижу. О, Макс, а вот твои эти вот фляги. А я никого не вижу. Я уже забрал его. Ага. Удалось мне его увидеть. Фляги тут мои? Да, две штуки. Ну неплохо, слушай, побегали, мне понравилось. А карта, по-моему, он еще увеличил во сколько раз эту карту. Ну заготовку он чисто сделал, тупо горы, шморы, там, долины, вот такое вот. Особо не заморачивался там насчет. Ну, он же потом знаю. Выправляет это все. Редактором этим. Я тоже пробовал игру когда-то создавать.
Ну, дальше, конечно, создание гор и этих вот дело не пошло. А Мишку мы попадем? Знаний не хватает. Далековато. Во-первых, английский язык надо хорошо знать. Термины, попал. Термины вот эти вот долбаные. Так, он плохо очень идет. Очень плохо. Два патрона. Его оттягиваешь на край, а потом резко перемещаешься, он тогда изменяет. Все срастается, да. Да, и все срастается. А что, это тоже мишка? Да. Ну, это мишка такой. Тебе, Макс, мясо нужен? Да нужно, нужно, конечно. Все о, целые. Он к тебе идет, да. Ну, кого-то они там... Ох, блин, беги. Я бегу. Кого-то они там все-таки под это самое, под крыжей. А может это лань, оу, антилопу гну. Ну что там? Он остановился? Ёлки-палки, я сейчас попал в засаду. А, возможно бы этот пошел бы на него. Охотник. Ой, блин, сколько их. Так, ну одного-то я оттяну. А, там в кого-то уже стреляют. Гребаный снайпер. Да блин. Да мимо пролетело, не обманывайте, я видел. Блин. За мной волчик бежит, и Мишка бежит, а впереди Олежка бежит. Все, я в домике. Ага, я вижу, он медведь, да. А он уже топает, а, побежал за тобой. Да мне прыгнуть бы нормально. Получилось. Давай! Зараза. Раз суть до дела, значит, отремонтируем. Где у нас тут? А, вот она, решетку, в смысле эту. Да. Ох, она уже почти померла. Так. Да. Еще одну веточку дайте. Успею, не успею. Успею, не успею. Ну давай. Есть. Двухсотка. Ну такое себе. Я на своей этой вот в одиночке перестал ее ремонтировать, она исчезла. Ну, не вижу смысла, забрал. Одна мелкая рыбка в сутки почти отдается, ну это, блин, несерьезно. Ну, кожа. Согласись. Я рыбу вообще не ловлю. От слова совсем. Ну да. Потому что в ящиках, сундуках, у охотников. В карманах. В карманах. Ну это просто завались. А так как я их и эти аптечки не использую толком никогда. От животных аптечки нафиг не нужны. Ну вот охотники, когда тебя прессуют, тогда ну, да. Ну это да. Охотники туда. Это без вопросов. Но если хороший камушек, хорошее оружие, блин, у них шансов вообще никаких. Ну как никаких? Они обычно либо тебя быстро убивают, либо все умирают. Да, это точно. Вот видишь, я его просто не вижу, нифига. Ну вот, да, он слишком толстое дерево, никак морду не просит. Надо вот брать вот такое вот, именно тоненькое. Сейчас он выскочит. Да, я знаю. Пошел к тебе. Возможно, четырехбревное. Нет, четырехбревное тоже его не видать. Вот, теперь я понял, почему. Почему Макса телепортнуло там внизу, а меня где-то. Потому что я израсходовал одно возрождение. Но не умерев при этом. Получается. Это уже непонятно, что ты совсем. Ну, я что появился, я первый прыгнул, получается, ты второй. Значит, я первее добрался до границы этой, ну, мира, короче. И меня появилось, я телепортнуло на базу. А непонятно. Если бы не было этого возрождения, меня бы тоже где-то рандомно на карте бы выкинуло. Да мне кажется, мы просто бы померли. В прошлый раз Макс то же самое было. Нас выкинуло возле озера. Ну да. А меня с одной стороны, а тебя с другой стороны. Ну да. Но у нас что? У нас же были все причиндалы, так скажем. Ну были. Так, а где ж Мишка-то?
Ну, короче, я купил возрождение, можешь тренироваться. Ну вот ладно. Давай ты как раз покажи, что. На волка. На волке. А вот и медведь есть там. Только медведь зараза. Так, ладно, сначала с волком попробую. Ну, волчик, медведь он более неуклюжий, от него хоть уйти можно. Волчик он какой-то дурной, с одной стороны. Так, я упер его в дерево. Ну вот и смотри, как там. Только я его достать не могу, его башка не выляет. Правильно, ты и не достанешь. И только трехбревное тоненькое дерево способно, вот волчик, когда голову приподнимает, по ней и бьешь. У мишки, ну у лося, в принципе, он отлично. О, но через раз, шестибревное. Есть, два раза уже ударил. Да, через шестибревное, по-моему, даже лось не просунется. Я пробовал его через четырехбревное, хорошо получается. Короче, анимация, когда он приподнимает голову, я попадаю по нему, я нашел точку. Вот. Он когда голову приподнимает, так же самое и мишка. А лосю вообще. Ну еще раз. Уроны наносишь двойные. Так что это даже очень приятно. Есть, убил. То есть вот становишься посередине, и он как бы так, успокаивается. Медведь, теперь медведь идет. Попробуем. Вот надо заставить его, чтобы он не дергался, вокруг не обходил. Фу, блин, я же застывал, и вот у него получается анимация такая, что он так же голову приподнимает и спокойно получает удары. Вот так. Сейчас как раз это и с детьми занимается. Давай. Крутит башни свои. О, отлично, отлетело. Так, я отойду чуток. Давай. Так, ну раз такая пошла пьянка, давайте попробуем кошечку сюда подманить. Ой, Мишка, вот ты где, кто, где? Ах ты ж, блин, я тебя не видел, зараза. Ой. Так, тихо. Мне надо нормально верить. Вот, о, вот давай сюда. Угу. Давай, Мишенька. Тихо. О, красавчик. Ты это, не дури, Миша. Да что ж такое-то, попадай. Вот же башка его, о. О, красавчик. Давай, пока не стемнело, еще кошечку попробуем. Просто кошечка-то посерьезнее медведя будет. И где-то она тут ходила. Что-то я уже потерял из виду, вот там где-то. Ну-ка. Ага, кися, идем потихонечку. Вот сюда. Давай, я тебя жду. Вот прямо возле этого дерева рандеву. Ну. Только не беги, дура. Ой, я застрял. Пойдешь налево. Кажись, она уперлась. Ой, ты ж так нечестно. Кусаться нечестно. Так, давайте бить. Вот попробуем вот это маленькое, хотя вряд ли у меня получится. Давай. Не, голова ее не пролазит, как ни крути, не поворачивай. Голова ее, ну никак. Слишком она уж маленькая. Попробуем оторваться от нее. Просто отойдем. Просто уйдем. Просто уйдем. В закат. Кажется, получилось. Да. Я тебя в баню. Для кошки надо искать, наверное, совсем тоненькое дерево. Прям совсем тонюсенькое, чтобы она смогла свою голову просунуть. Потому что это прямо, ну, хотя вроде как и трехбревное, но толстенькое. Надо потоньше, наверное. Если есть такие вообще, то тоньше. Есть еще одна бревна, но их так мало, и это точно не вариант. Она там вряд ли застрянет. Самая главная ценность, вот они, аж целых 3 катона. Так, и даже 2 кожи. Так, одну, наверное, я сделаю винтик. Да ладно, чего ж там, 2 винта сделаю. Так, ну что ж, решили мы разобрать на всякий случай станок и узнать, сколько он вернет
потрачено на него. Ты все выкини. Не, у меня ничего такого нету. Так, значит, 3 платы дал, 7 скраба и 4 пластины железных, и все. А не потрач... понял, а синие платы дал? Да, вот смотри, 3 платы. А, это синие платы, да? Синие, да, и скраб. А ну, кристаллов? Их... Ну? Или кристаллы на него не шли? Что-то я не помню. Не, кристаллы не надо было, тут 6 плат. Ну, в принципе, да, половину он вернул. Половину вернул, да? Да. Там 6 плат получается синих. Он дал 3. Сколько? Ну там? Да. 14 да. скраба. Да, ровно половинка. Так, пока еще сохранение не прошло. А под конец как раз то, что вы не любите. Как мы приманиваем зверей, и они грызут. Ну просто там сумочка лежит. Там, везде, ох, да. Зараза исчезла. Так, Мишка уже пошел орудовать. Давай, Мишаня, разбирайся. Там оп, один сдох. Слушай, он тут многих вышел. Не, они упираются в него так. Да я вижу, прямо в задницу медведь уперся. Ребята, ну вы сейчас получите. Мишка, а ты долго там будешь спать? Давай, вот сзади тебя стоит. Не говори тут, пока у тебя пройдет эта анимация, блин. Есть. О, все, хана медведю. Как это хана? Вот в том-то и дело, что они не все стреляют. Ух ты! Убил, скотина. Гадина. Блин, а я промазал, прикинь. Но с него кровь потекла. Ну я ему в каску попал. А, это ты, я думал, что. Сейчас он остановится. Как он. Не, Мишка его один раз ударил. Я в каску попал. Да. Ну правда я 17 очей, сколько там у него. Защита, наверное, там 30% снимает. Ой, уроны снимает. Так, возвращайся. Он бежит, бежит уже назад. Так, мне надо чувствительность переключить, что не могу прицелиться. Готов. А, упал, да? Ну, хочу. Ему там, наверное, там, я говорю, децел остался. Блин, а медведь долго лежит, слушай. А, все. Только я сказал, долго лежит, и он так. Исчез. Котинка есть где? Как бы так стрельнуть, чтобы кого-нибудь попасть. Ну, вот. Да давай всех убьем с платформы. Беги, наверное, вниз, а я с платформы, с револьвера постреляю их. А, ну давай. Как говорится, один медведь хорошо, а два лучше. Так, один прибежал уже. Ох. Сейчас мы их еще сагрим. Мишка, ты куда уходишь? Мишка, он уходит. Ага, понял. И уходит. Ай-яй-яй. Ой, да ёлка, попал. О, попал. Блин, ты что ли уходишь? Все, обалдели, блин. Блин, опять ко мне бежит, зараза. Ну я в того стрельнул. Блин, они все к тебе побежали. Не так я планировал это. Ну нафига, да они все на тебя сагрились. Не-не-не, сейчас я их это поставлю позади. Наверное. Да ну не то. А, они бегут обратно. Или это бегут, ты? Бегут, бегут. Я к тебе просто практически же прибежал. Это ты стреляешь? Ну да, я Мишек опять зову. Ага. Есть к чему. А там их двое только осталось. И медведь. Скром. Ай. Медведь скромный уходит опять, зараза. О! Давай, давай, всё, Миша, Миша, спасибо. Миша. Там один раненый. А, все, они уходят. Ну не я, моя. Ну ладно. Вот отпрыгиваешь от них легко и без всяких. Ждешь только обязательно атаку. Ну да. Ну я просто помог тебе, пока ты отпрыгнул. Не, ну понятно, ну я уже перезаряжался. О, собирай рундуки, что-то я увлекся. Вот, 6 штук лежит, все нормально. О, вернул патрончик от Мишки. Ну и мне тоже подарили, еще 4 запчасти подарили. Кожа, 2 штучки, бинтик можно сделать. Так, а ты там сильно раненый, товарищ? Мишка?
Да, иди сюда. Ой, он за тобой погнался, я его хотел тут добить. Пистолетом! Опа! Ёп! Не говори, всякую гадость в карманах носят. Не говори. Где ты? Ну вот он за той скалой был. Может, это рыбак? Охотник? Да он шел сюда именно. Вон его, покажи шляпу, как только что показалось. Да, да вот он за этой скалой. Ну, к скале подходил и затупил или что? А, вон он, блин, куда ушел. Точно ушел. Рыбак, наверное. Рыбак-альпинист, блин. Ну он шел вот так вот. Ну я как бы не знаю. Просто у него своя какая-то. Да нет, вроде бы он в куртке был. Он стоит, Гаврик, без шапки. Где? Бомжик, да вон. С топориком идет. А, бомжики. Ну, можно их размотать, конечно. Стрел нету просто. Стрелы пошли все на этот, на. Ну, у меня тоже, в принципе, надо очень точно стрелять. Мушка сбилась. Ой, я его убил случайно. Ну, зато они побежали все. Ну, давайте хоть кто-нибудь, смотри. О, давай, убегай, зачем ты? Мимо скотины. Ну, что ты делаешь? Она как раз на них акрится, а ты, блин, стоишь. Там и медведь работает. Все, всех порвал. Всех порвал. Давай, не отвлекайся. Я, блин, здесь. У меня нет ничего. Зато у меня все есть. Иди и ты, блин. Это наша добыча. Твою мать, я столько патронов потратил, вообще обалдеть можно. Куда я стреляю? Сначала мне прицел мешал этот, который. Зачем я... ты стоял? Надо как раз было убегать, и все было ровненько. Они уже на них сагрились. Они ж как раз бы бежали все друг на друга. Ну как, бежали бы. Вот мне кажется, это самый такой отличный вариант, когда они бегут все вместе за тобой. И как-то они там агрятся. А где ж тот, который я убил? Где-то здесь он валялся, что ли? Да почему? Ты далеко, он аж тут где-то должен валяться. Волчик только тут, блин. Ну ладно, тебя заберем. Ага, вот он. Я его убил случайно. Кого? Ну да, целился вроде в тело, он хрусть упал. О, лось. Лось? Я тут сумочку заметил. В смысле ящик. Патронов нет уже. Блин, я его с одного удара не ударю, не убью. Сейчас. Вдвоем будем работать где-то. Да у нас ничего нету, блин. У меня что, есть на винтовку патроны и на... Ну, давай. Он побежал к нашей базе. Вот он спускается как раз к нашей ловушке. Угу. Именно спускается справа от горы. Ой, хорошо, встал. Сейчас я ему взад пропишу. Убежал, блин. Сволочь. Так, в воду не полез. Опа, а чуть он назад, что ли? Ну, он думает, куда ему деться. И деваться, что ли, некуда? Валенок, вон вперед беги. Так, присядем. Так, блин. Как же медленно пули летают, какого... Вот. Да что ж ты не подождал, он к тебе бы вышел бы. Или ты попал в него? Туловище. А, хорошо. Подожди, он будет возвращаться по той же самой траектории. Да не хочется вам. О, лег. Блин, как раз. Так что его не видно нифига. Хрустнуло. Побежал ко мне. Сейчас я его отвлеку сюда. Да где она была спрятаться? Отлёг.
Вот я в упор прописал бум-бум. Да. Ну, я уж хотел наверняка, как стрелы. О, шестеренки дал, две штуки. А он что-то положил, я ж только забирал. О, мяско положил. Красавчик, это, наверное, охотничек вернулся с этой. Да, с рыбалки. Мясо положил, оно даже еще не сжарилось. Охотник-рыбак вернулся домой. Так, ну он мишкой охотит, можно его подзарубить. Одним упражнением. Так и стой, вот так чуть-чуть смещаешься. Опа! Он на тебя что ли согрелся? Я лучше отойду туда, ой, я в жопу в дерево воткнулся. Нормально, нормально идет. О, отлично. О, мишка. Ну, я же говорю. Ну вот, надо желательно ровное, конечно, выбирать. Вот эти вот с горочками, это всегда проблематично. Эй, алло, давай еще проверим. Миша. Сейчас он успокоится, все. Да, да, да. Он твой. Не-не-не. Он еще дрожит тут. Давай, Миша, не это самое. Твоя участь уже предрешена. Не, он пытается пройти. Да я вижу, дергается. Еще пару ударов. Да, и... вот он голову подними наклонил. Подними голову, голову подними. Есть. Подними голову. Да, с лосиком, конечно. Сутулый, сюда иди. Упражнение на 5 баллов называется. Ну, желательно, конечно, вам брать такое место, чтобы было ровно, иначе чуть-чуть выше приподниметесь, они как-то себя начинают плохо вести. Ну, попадишь в него. Да, поубивал скотину, у меня 14 жира, да? Ну, давай, о, отлично. Ты немножко вот чуть-чуть смещайся влево-вправо, ну, как тебе удобнее, чтобы он чуть... О, лось! Лось? Да. Давай, где? Вот он, внизу стоит. Сейчас ага. Я ему как раз могу в лобешник прописать. Ёпта. Блин, извиняюсь. Я тоже так стрелял. Да я ему четко, блин, в банан летело. Ну, блин. Он уперся в нашу эту кондейку. Видишь, да? Ах ты ж гадский гад, стой. Сутулый. Слушай, опа... давай это самое. Попробуем. Я, я туда прямо бегу. Да, с этой, с платформы в него стрелять. Стреляй в него с платформы, чтобы много сейчас, раз сейчас, попасть. Сейчас, 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 сейчас. Есть, хрустнуло. Еще раз стреляй. Есть, о, попал. Подойди ближе, подойди в упор. В упор, да, сейчас, подойди, сейчас, иначе будет это... бить. Чуть-чуть отклонись, чтобы он вышел на тебя. И раз, и... Вот, ага. Нет, зараза, по башке бей. Не хочет. Туда хочет иди. Топор, топор. Все равно. Куда? Сразу. Короче. Да надо было попробовать все-таки. Ну ладно. На тебе в шнобель топором. А почему? У меня он нормально. Все-таки, мне кажется, надо эти решетки тут тоже ставить по-другому. Что-то потому, идет не так. Потому что у меня... А, он, смотри, Макс, решетки наружу были вообще. Я знаю, мы их делали специально наружу, мы считали, что это нормально. А это получается... А я откуда нет. знаю. Но я попробовал поставить их нормально, и у меня лучше получалось. Ой. У меня они всегда застревают, все четко. Волчики вообще даже подходят и залезают на платформу и медленно умирают. Ну да. Дерево а, есть? Здесь же мы уже переделали. Ну чё, все в принципе, починить. Ой, блин, там мясо столько. Я поставил, чтобы жарилось. А я оттуда вытащил мясо, ёп. Откуда оттуда? Да я ж в костре этих охотников считаешь, жарил мясо. Считаешь, оно уже сгорело. Ну давай, подзывай. Да я его не вижу нифига, да вот он в этом самом попал. Лежит. Мишка, давай чётенько по... По прямой трейдинге. Не, я сам подойду.
Мясо, ну просто завались. Восстановил спички. Кстати, на тебе. Да сколько что, у меня мяса много, его надо в холодильник бежать, относить. Угу. Да, наверное, надо бежать туда, там и прощаться. Ну что ж, а туда? Ну давай. Потому что мясо забираем. Ну что ж, вот такая вот была серия. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.